С вами Маки-Чародей, Антон Чалей. Ты любишь Майнкрафт, но тебе до жути наскучил скучный пиксельный мир? Ты хочешь чего-то большего? Нужно больше экшена, мяса и крови? Или ты просто такой злой, что хочешь кому-нибудь врезать в кафе? Но боишься, что тебе тоже прилетит трендюлей? Тогда именно для тебя создана игра Paint the Town Red. Тут ты можешь подраться с квадратоголовыми людьми и просто охренеть от рек крови в игре. И мы начинаем! Чувак, что ты смотришь на меня? Что ты на меня смотришь? Какой-то бар, тут все такие квадратоголовые. Что ты пьешь и на меня смотришь, чувак? Чувак, а? Че вдвоем на меня? Смотрите, вы меня пугаете, ребят. Ударить Q. У нас есть еще, да, ногой. На мышку просто так можно биться. Блок. На Е взять какое-то оружие. Слушайте, а можно? А, да, можно взять бутылку. Чувак, ты мне что-то очень не нравишься. И можно дать ему пендаль. Немного пендаля. Держи, держи пендаля. Ой, чувак, извини, почему мой пендаль настолько сильный и кровавый? Как обычный гопник, мы ударили, побежали. Все, ребят, мы не с вами. Мы не с вами, забежим сюда. Ну чё, идите по одному ко мне. Идите, давайте. Так, чувак, что ты сделал? Почему ты через стену прошел? Так, так. Ребят, чё это я подлетаю? Чё я подлетаю? Чё вас так много? Чё много вас так? Много чё-то вас так? Много крови. Нифига себе. Я всех укокошил. Нам нужно туда. Ребят, вы меня зажали. Вы меня зажали. Возьмем этот крутой кий. Вы за мной бежите? Почему вас так много? Почему вас так много? О, нифига себе, я прыгаю. Это мощно. Ну все. О, чувак, прилетел. Пожалуй, я подожду, пока вы все тут умрете, короче. И все, и больше не буду. Не буду и больше ничего делать. Чуваки, почему вы нападаете на одного? Зачем вы бьете вдвоем одного? Это нечестно. Давайте я вам... Давайте помогу, чувак. Помогу тебе. Раз. Извини, чувак, что ты тоже упал. Давай. Так тебе. Тых. Тых. Ой, извини, чувак, за руку. Извини. Чувак, не вставай. Ты очень, очень, очень красивый чувак, когда лежишь. Тебе очень идет это. Очень идет, честно говорю. Честно говорю, тебе очень идет. Спасибо. Я тебя защищаю, все норм. Чувак, все норм, все хорошо. Все хорошо, у тебя, правда, какое-то небольшое повреждение такое. Но все хорошо, все отлично. Чувак, убегай. Убегай, чувак, убегай. Отлично, я кого-то спас. Это отлично, себя чувствую просто после этого прекрасно. Не хотите приобрести стул, ребят? Ребята, не хотите приобрести этот шикарный стул? Он такой шикарный, что просто... Вообще, смотри, какой стул. Вот такой вот. Смотри, клевый стул. Клевый стул, смотри. Зашибись стул. Давайте возьмем второй стул. И пойдем его продавать. Так. Чувак, вы уже купили стулья? Вы же приобрели стулья? Ты их... Стул не хотите? Не хотите немного стул? Почему вы быстро так бежите на меня? Все, давайте возьмем еще какую-нибудь фигню. Так, ну допустим, вот этот стул. Отличный стул. Не хотите немного стул купить? Он такой, хочу, но только сначала тебе врежу. Почему вы так на меня все обиделись? Почему сетевой маркетинг не так не любит? Так, стулом, держись. Тык, все, мы успели. Ребят, вы не хотите еще стол? Стул докупить. Возьмем этот ножик. И мне никогда не нравилась музыка, которую они играют. Не, ну нормально, но можно вообще зарубить музыкантов? Что ты делаешь? Подождите, а вы что на меня бежите? Что вы на меня бегаете? Что вы на меня бегаете? Вы хотите еще стульев, что ли? Вам докупить их еще? Так, раз тебе. Все. С этой игрой покончено. Они меня еще добивают. Вот вы негодяю. Я уже умер. Я уже умер. Че вы меня добиваете? Че вы меня добиваете? Ча? Блин, и меня перевернули. Я просто лежу. Лежу в кровище. Теперь вы увидели, какой бывает Майнкрафт, если он очень-очень жесткий. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд, их там очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые выходят сейчас больше, чем 2 раза в неделю. Если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк. Также мне очень и очень приятно, когда этим видео, моими видео, кто-то делится, да? Я смотрю ВКонтакте, бывает в Google+, это очень, ребят, приятно. Также, если вы хотите попасть сюда, можете написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!